зив фронту. Зив смог пережить войну, но не смог пережить современную Россию. Отдел кадров выфили. Самый большой завод в городе и самый убитый. Корпус, где сидели конструктора и прочие ТР. Были внутри там, там срезаны даже батареи. Оставили только голые стены. Расхераченный герб. Понятно, вот эти вот леса для чего здесь? Неужели реставрировать? Мне, конечно, очень интересно, что они хотят сделать на месте этого завода. Потому что площадь там просто огромнейшая.